Grand Mercury Phuket Patong открылся в 2015 году, пополнив собой гостиничную сеть всемирно известного французского бренда Grand Mercury. Отель расположен в городской части Патонга, в 5 минутах ходьбы от пляжа и в 10 минутах от крупнейшего на острове торгового центра Джанг Цейлон. Комплекс состоит из нескольких 6- и 7-этажных корпусов, в которых насчитывается 314 жилых номеров. Между зданиями располагаются открытые бассейны в виде лагун с зонами отдыха и баром для купающихся. Для детей предусмотрен отдельный неглубокий бассейн с водной горкой. Накупавшись, малыши могут пойти в находящуюся неподалеку игровую комнату, где за ними присмотрят аниматоры. Если у гостей возникнет необходимость в компьютере, офисом может послужить бизнес-центр отеля, расположенный в лобби. В номерном фонде самой многочисленной является базовая категория Superior площадью 32 квадратных метра. Эти номера располагаются со 2 по 6 этаж, предлагая вид на внутреннюю территорию отеля. Deluxe Pool Access занимают первый этаж отельных корпусов и имеют прямой выход к бассейну с приватных террас. В остальном же они не отличаются от номеров предыдущей категории. Superior Suite значительно просторнее – 62 квадратных метра. За счет большей площади в них расширена гостиная зона и обустроена просторная ванная комната. Номера этого типа занимают последний, 7-й этаж корпусов. На этом же этаже находятся и апартаменты Deluxe Suite площадью 96 квадратных метров. Их внутреннее пространство разделено на большую многофункциональную гостиную, уютную спальню и вместительную ванную комнату, оборудованную душевой кабиной и ванной. Обе комнаты имеют выход на большой балкон, откуда открывается вид на отельный бассейн и городскую часть Патонга. Площадь отдельно стоящих коттеджей One Bedroom Pool Villa составляет 115 квадратных метров. Здесь в гостиной установлен письменный стол и обустроена небольшая кухонная зона. Просторная спальня соседствует с не менее просторной ванной. Из коттеджа имеется прямой выход к приватному бассейну, рядом с которым находится зона для солнечных ванн. Отельный ресторан Bubbles расположен в центре территории. Он представляет собой вместительное помещение с панорамным видом на бассейн. Завтраки здесь подают в формате шведского стола. Обеды и ужины нужно заказать по меню а-ля карт, в которые включены блюда различных кухонь мира. Добротная здешняя коллекция вин не разочарует ценителей солнечного напитка. Сладости, торты, пирожные, различные лакомства из шоколада предлагает пекарня «Шушу Дели Шоп». Гордость заведения – классические французские эклеры. В баре «Крафт Бир Лаунж», находящемся в лобби, можно заказать не только коктейли.
В барном меню большой ассортимент пива, европейских и азиатских брендов. В заведении можно сыграть в бильярд. Для организации деловых и торжественных мероприятий в отеле имеется большой зал площадью 265 квадратных метров и вместительностью до 250 человек. Есть подходящие помещения и для групп меньшей численности. В просторном фойе перед залами можно устроить кофе-брейк или небольшой фуршет. Отельный тренажерный зал открыт для гостей в течение всего дня. Расположен он рядом с бассейнами. Выбор нагрузок не ограничивается стандартными кардиотренировками. В зале есть и силовые тренажеры. В спа-салоне «Рин-спа» предоставляет полный набор услуг по уходу за телом. Среди них и фирменный массаж, сочетающий несколько различных техник.